В селе Деево живут и трудятся находчивые люди. Здесь на полях площадью более 3000 гектаров выращивают кормовую культуру для коров с местных молочных фабрик. Но на сельхозпредприятии узнали, как можно работать меньше, а урожая получать больше. Ежегодно показатели по сбору урожая на предприятии растут. Благодаря технологии прямого посева землю не вспахивают. Это позволяет уменьшить затраты и увеличить рост выручки. Пока такую технологию в области используют единицы. При технологии no-till сеялка едет по неподготовленной почве, делая небольшие лунки, а после посадки поверхность покрывается растительными остатками. Это защищает почву и улучшает ее свойства. На технологию прямого посева мы перешли сразу на 100% площадей. Мы сеем 3100-3200 гектаров зерновых, кормовых, зернового культур. Все культуры, которые мы выращиваем на предприятии, мы сеем без обработки почвы. Урожайность пшеницы, ячменя, овса, гороха, кукурузы и льна здесь увеличивается на 15-20% ежегодно. По словам директора, это происходит благодаря повышению естественного плодородия почвы. Ведь технология позволяет выращивать культуры без минеральных удобрений, не используя также химические средства от сорняков и болезней. Директор признается, первое время к новому методу пришлось приспосабливаться. Внедряли эту технологию, вот как бы пользуясь только своими какими-то наработками, знаниями, где-то что-то увидели, что-то посмотрели. И на первых порах, на первых этапах, да, у нас были ошибки. Первые 3 года мы делали ошибки много. Но даже несмотря на ошибки, первые результаты были настолько успешные, что предприятие в течение 3 лет обновило парк техники на 95%. Как оказалось, для технологии прямого посева многому учиться не нужно, а из оборудования достаточно обычной сеялки. Хоть сейчас предприятия, использующие no-till, и можно пересчитать на пальцах одной руки, специалисты уверены, это всего лишь вопрос времени.